Алексей. Казахстан. Тинейджер, 14 лет. Гулифт, вес защита 160. К этому весу готовится Волков, за ним Тарбунов и Олехов. Вес готов. Волков Алексей, Россия, город Москва. Открытая возрастная группа. Выступает весовая категория до 82,5 килограммов. Гуглит, вес защита 185. Карбонов Владимир готовится, за ним Олихов, Лопухов, Чевардаев. Вес готов. Тарбунов Владимир, Россия. Лифт, вес защита 190. Олег Руслан готовится, за ним Лопухов, Чевардаев, Долгов. Защита 200 килограммов ровно. Готовится Лопухов Василий, за ним Чевардаев, Долгов, Саруханян, Катухин. Вес готов. 200 килограммов ровно. Лопухов Василий. Защита 207,5 килограммов. Чевардаев Вячеслав готовится, за ним Долгов Эдуард. Yeah.
Чеварда Вячеслав, вес на штанге 207,5 килограммов. Ветеран 63 года. Весовая категория до 82,5 килограммов. Гудлифт, вес защита, 240. Готовится Долгов Эдуард, Украина. За ним Сарушанян и Капухин. Долгов Эдуард, юниор, 23 года, Украина. Гудлифт, вес защита, 260, к весу готовит Саруханян Григорий, 265. К весу 265 готовится Саруханян Григорий. Вес готов. Саруханян Григорий, Россия. Ветеран, 45 лет. Два к одному, но лифт вес не защита. 290 на штангу, готовится Капухин Алексей, за ним Семенов Алексей. Двести восемьдесят пять. Вес готов. Капухин Алексей. Открытая возрастная группа. Гудлифт 2 к 1, вес защита. 110 килограммов на штангу. К этому весу готовится Семенов Алексей. Good time.
вес готов. Семенов Алексей, Казахстан. Тинейджер, 14 лет. Два к одному, дудлифт, вес защита. 180, готовится Волков Алексей. Вес готов. Волков Алексей. Открытая возрастная группа. Россия. Годлифт. Вес защита. 197,5 килограммов. Олихов Руслан готовится. За ним Тарбонов Владимир. Вес готов. Оликов Руслан, тинейджер, 17 лет. Защита. 200 килограммов ровно. Тарбонов Владимир готовится к этому весу. За ним готовится Лопухов и Чевардаев. Вес готов. Тарбонов Владимир. Но лифт вес не засчитан. 210 на штангу. Готовится Лопухов Василий. За ним Чевардаев Вячеслав. Вес готов. Лопухов Василий, Россия, открытая возрастная группа. Годлифт, вес защита, 217,5 килограммов к этому весу, готовится Чевардаев Вячеслав, за ним Долгов Эдуард. Вес готов.
Чевардаев Вячеслав, ветеран, 63 года, Россия. Вес не защита. Двести сорок семь с половиной килограммов. Долгов Эдуард готовится. За ним Саруханян и Кокухин. Вес готов. Долгов Эдуард, Украина. Юниор, 23 года. Прошу прощения, ассистенты, сюда передвинь, да, я не вижу вообще сигнала. Да, спасибо. Вес защиты 270 килограммов. Саруханян Григорий готовится, за ним Кокухин Алексей. Вес готов. Саруханян Григорий, ветеран, 46 лет, Россия. Будреев, вес защита. 302,5 килограмма. Кокухин Алексей готовится к этому весу. Лидер в открытой возрастной группе весовой категории до 82,5 килограммов. Вес готов. Кокухин Алексей, Россия. Ноулип 2:1, вес не засчитан. 115 килограммов, мы начинаем третий заключительный подход к становой тяге. К этому весу готовится Семенов Алексей, тинейджер из Казахстана, за ним Волков Алексей и Олехов Руслан. И Тарбонов Владимир, прошу прощения, за ним Олехов Руслан. Yeah.
Вес готов. Семенов Алексей, Казахстан. Тинейджер, 14 лет. Бодлифт, вес, защита. 200 килограммов ровно. Волков Алексей готовится. За ним к этому же весу Карбонов Владимир. Вес готов. Волков Алексей, Россия. Бодлифт, вес, защита. Тот же вес на штанге. Карбонов Владимир приглашается на помост. Ветеран, 56 лет, Россия. К одному, но лифт вес не засчитан. 202,5 килограмма. Олег Ипрусман готовится к этому весу. За ним Лопухов Василий. Вес готов. Олег Ипрусман, тинейджер, 17 лет. Бодлифт, вес, защита. 217,5 килограммов. К этому весу готовится Чевардаев Вячеслав, за ним Лопухов и Долгов. Вес готов. Чевардаев Вячеслав, 63 года, Россия. Килограммов.
Вес готов, Лопухов Василий, Россия. Лифт. Попытка. 252,5 килограмма. Готовится Долгов Эдуард. За ним Сурханян и Кокухин. Вес готов. Долгов Эдуард, Украина. Юниор, 23 года. Гудлин 2 к 1, вес защита. 282,5 килограмма. Готовится Сороханян Григорий. За ним к весу 302,5, Кокухин Алексей. Вес готов. Саруханян Григорий, ветеран, 46 лет, Россия. Гудрифт, вес защита. 302,5 килограмма. Готовится Кокухин Алексей. Открытая возрастная группа. Вес готов, Кокухин Алексей, Россия. Ноулифт, к сожалению, попытка. На этом становая тяга заканчивается. Внимание, Долгов Эдуард.